Привет! Я хочу вам написать о том, что у меня сбылась мечта, и моя семья, мы завели собаку. Мы завели бостон-терьера. По разным причинам мы завели его, потому что в описании написано, что он собака-компаньон. Собака, которая веселая, деликатная, не будет грызть обувь, любит своего хозяина, бесконечно ему предана, и это из характера. Второе, то, что у нее нет шерсти, подшерстка очень густого, и поэтому ее там достаточно расчесывать раз в неделю и мыть раз в две недели, в общем-то. И она не пахнет псиной, вот, и, соответственно, не линяет, ярко выраженной линьки у нее нет. Значит, я нашла питомник в Тольятти, и, соответственно, в октябре мы заказали щенка. То есть они родились в сентябре, был помет сентябрьский, и мы заказали щенка в сентябре. Соответственно, в октябре. И сначала выбрали девочку, а потом ее быстренько кому-то отдали, и мы выбрали, ну, то есть мы взяли мальчика. Мальчика, Индиго, мы его назвали Цезарь. Супруг придумал имя, и мы его назвали Цезарь. Цезаря мы забрали из Тольятти, когда у него был возраст 2 месяца. И он вот выглядел вот таким маленьким, хорошим щеночком.